Всем привет! Хочу поделиться опытом приготовления креветок. Ну, для начала хочу их взвесить после отайки и очистки. Так, тара. Сейчас взвешу. Производитель говорит, что здесь 850 грамм. Масса нета без глазури 790, но я еще и почистила, конечно же, правда сказать, получается 443 грамма. Я почистила их, а теперь промариновать надо. Налью соевого соуса, сбрызну лимоном, и они постоят минут 20-30. Вот. Креветки готовятся буквально 2 минуты с одной стороны, 2 минуты с другой стороны. Для этого масло растительное налила, чтобы просто прогрелось дно. Хорошо-хорошо масло раскалилось. Все нужно подготовить. Я подготовила чеснок, нарубила. Нарубила укроп. И сливочного масла грамм 50 нарезала кубиком. Сейчас раскалится масло. И положим в один слой. Положим креветки. А большая ошибка тех, кто готовит креветки, это передержать на огне их. Так как кальмар состоит из белка, он при тепловой обработке сворачивается белок, и они становятся резиновые. Поэтому 2 минуты с одной стороны, 2 минуты с другой, 2 минуты отдыхают. Все, креветки готовы. Включил? Включил. Ну вот сейчас уже я их переворачиваю с одной стороны, вот с другой стороны. Перевернула, теперь добавляю сливочное масло. Чеснок уже отдает свой аромат. Сейчас бы вы чувствовали, какой аромат по кухне. Даже, наверное, огонь нужно посильнее. Хорошо, что в доме есть газ. Ну так, укропчиком. И все, сейчас одна минута, и они готовы. Если их передержать, они будут резиновые. Все, они готовы. Креветки в чесночно-сливочном соусе. Сейчас они еще постоят, пропитаются. И будет вкуснотища! Выключай. Креветки в чесночно-сливочном соусе. Вкуснотища, приятного аппетита!